Подведены итоги голосования на портале «Открытый город» по благоустройству территории в 2022-2023 годах. Большинство пользователей высказались за преображение улицы Пешеходной от подземного перехода к новому автовокзалу. Для этого общественного пространства уже разработана общая концепция. Теперь ее представят жителям и уже с учетом их мнения примут окончательное решение. Проект пройдет экспертизу. Затем на него в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды будут выделены средства на благоустройство территории потребуется около 2 лет. Это общественное пространство находится между новым вокзалом и подземным, получается, пешеходным переходом. Все люди из районов, из других, получается, городов приезжают, и фактически данное общественное пространство является лицом города. Жители убедились, что на сегодняшний день все общественные пространства, за которые они проголосовали и заняли первые места, в той же последовательности реализуются.